Вот 24 августа 16 года. Усадьба Никиты Колесникова. Никита Андреевич сам тут работает. Везде курица, это адлерская порода, красавец, петух. Какое жабо у него. Червяков ищет. Вот ограду вчера освободили полностью. Яму завалили, селосная яма была. Делов тут хватает. Вот Никита сам тут и работает. Теперь все силы переместились сюда. Я рвал траву, надсадил руку. Сейчас сжимать ложку не могу держать. Приходится через край чашку брать. Вот посмотрим, что тут делается. Ага. Ну-ка. Козырьки поверните-ка назад. Я посмотрю, кто у меня тут попадет. Ну, Михаил Михайлович Кальмаев. Да. Вот видишь, какая-то тут сани, видать, были или что-то. Все здесь. Доски, труба, обнаружилось. Тазики. Обнаружилось. Надо будет развернуть. Чистая до ограды, вот до второй этой. Очистить. Видите, какой развал. Хозяина не было здесь. И не было давно. Совершенно заброшено. Через пролет дальше видна моя голубятня. Вот она. Это Володя тут рвут траву. Это такой, как в руку человека, репей толстый. Так. Вы дошли до сюда? Так, уже кладете или у вас просто так? Просто так. А? Просто так. Просто так. Я сказал, ну туда я подвинуть, да, это вот, слышишь? Вот до этой сухой прорвать и на этом месте почти вплотную, чтобы проход был к оградке только. Ну и сделайте метра 3 на 3. Вот так работает. Малина тут дикая, обрезаю. Обнаружились сани. Конечно, сани абсолютно пропащие. Видишь, как их делают. За проволоку не напарись. На каждом сучке проволока висит. Проволоки пропасть. Я ее скручивал, скручивал. Вот они сейчас кучи какие набирают. Потом отдельно кладка будет травы, чтобы она гнила. И вот теперь дом начал. Его не видно было, дом. Вот крепели, беда, коноплё, еще только не было. О, какая. Видишь, лежала палка, обыкновенно, а грибов-то сколько. Что-то на меня нападает какая-то пчела, отойду. Смотри, как бьет прямо. 3 раза щелкнул. Я тут столбы выкорчевывал. Копал яму. И вытаскивал. Покажу за последние 2 часа, что сделать пришлось. Вот столб выкорчевал. Это моя работа. Шпалы тут. Ворота тут сгнившие. У шпала полностью в ничто превратилось. А выкапать надо было. О, я оттуда доски выкинул. Кричал же, кричал. И никак не шли. Пришел Петя. Нет, я закроюсь.